Робот Эмма предугадывает и имитирует эмоции людей. Специалисты разработали робота под названием Эмма, который обладает способностью предугадывать и отвечать на человеческие эмоции. Основой его работы стали камеры, встроенные в зрачки, обеспечивающие зрительный контакт и невербальное общение. Эмма обладает уникальной анатомией, включающей 26 искусственных мышц и силиконовую кожу на голове, что позволяет ему имитировать широкий спектр человеческих эмоций. Робот обучался на видеоматериалах, изучая выражения лиц, и теперь способен предсказывать мимику за долю секунды до того, как она появится у человека. Этот проект обещает революцию в области робототехники и искусственного интеллекта, делая роботов более доступными и дружелюбными в повседневной жизни. Возможность точно интерпретировать и отвечать на человеческие эмоции научит их быть ценными помощниками в общении и социальных сферах, повышая уровень взаимодействия и доверия между людьми и роботами.